Всем привет! Снова проверка капканов. Большой путик. Пару капканов я уже проверил. Пусто. Вот сейчас капкан, где прошлую проверку куница подходила. Приманка есть. Так, и вот тут вот за ручьем еще у меня пружинная куремка стоит. Сейчас ее посмотреть. И до избы останется один капкан. Идем к куремке. В куремке вот тоже пусто. А хотя вот сейчас на снегоходе ехали и через дорогу туда-сюда куницы прыгали. Так что куница присутствует. Ладно, до избы остался один капкан. А, и приехали мы сюда с отцом вдвоем на две ночи. Ну, получается, 3 дня будем здесь. Поставим самоловки на налимов еще. Так что вот так. Так, ну здесь тоже пусто. Приманки там просто валом. Ну, пахнет слабенько уже. Надо будет подновить. Погода сегодня отличная. Тишина, мороз. Сейчас посмотрим на избе, сколько градусов. О, вот я себе печку растопил. Сразу вижу, сюда поставлю. В ту сторону мы сейчас потом от избы. Так, сколько мороз? Мороз у нас. Ну, где-то 16 градусов. Вот. Опа. Все растопилось, да? Газ замерз, да? Не, я поменял баллон. Не работает этот самый. Дизелемент. Ну, я пойду за водой тогда, да? Давай. Ну вот, вышли мы уже от избы. Собака. Не проверяем. Старых следов моих почти уже нет, хотя прошло, когда я проверял, 28 декабря проверял, сегодня первое, да, так, 28, 4 дня, что 4 дня моих следов уже практически нет. Давай, Нордик, нас ты, собаки, больно бегать идет чисто по следам моим. Вот. Была оттепель тут на днях. Плюс 2. Хорошо все село. Сейчас мы выжим сюда, но практически... Ну так, ломается нас, конечно. Вот. Первый капкан у меня будет К2. А потом я поставлю куремку. В прошлый раз я ее снял, у меня Росомаха там стенку боковую отгрызла от куремки. Вот, я ее починил, сейчас поставлю заново. И поставлю туда фотоловушку. Я думаю, она еще придет. Раз повадилась в эти места, может быть, удастся ее заснять. Ладно, включу свежего капкана. Вот белка проскакала. Я и думаю, куда собака подевалась. Все на этих белок повадилась. Не нужны они нам. Вот, К2. Все стоит. Все нормально. Ну и вот. Сейчас дальше место будет. Буду устанавливать куремку. И фотоловушку. Вот опять в том же месте я поставил пружинную куремку, приманка, подтухшая свинина. Вот, сейчас сюда вот на проволочку, проволочка у меня висит, подвяжу косачиное крыло. И вот напротив здесь, в метрах, наверное, может быть в 3, установил фотоловушку. Она уже снимает. Вот. Ну и будем смотреть. А пока идем дальше. Очередной капкан пусто. Вот он стоит, приманку я там вижу. Сильный мороз, она практически не пахнет. А вот там белка подходила, вот следочки. Вот я подошел до последнего капкана. На этом путике ничего не попало. Вот он стоит, все нормально.
Второй путик, наверное, я буду проверять уже завтра. Сегодня поставим самоловки с папой на Налиму. Вот, день уже закончится. Так что завтра будем остальные капканы смотреть. Ставим самоловки. Вот сейчас в этом месте поставим. Пяток штук. Загородим проливчик. И потом уже на свои места туда. Пошел. Пошел. Я посмотрим, как глубина. Здесь тут глубина, наверное, большая будет. Ну ладно. Ну вот, уже темнеет. Доставляем, наверное, штук 5. Осталось еще самоловок. Я лунки делаю. Ну и батька ставит уже самоловки. И вот сейчас этим берегом еще пяток поставить. Проливу. И уже темно будет. Пойдем в избу. Ну вот, поставили мы 22 самоловки вроде, да? 22. Утром будем смотреть. Поставили в хороших местах, так что надежда на Налима есть. Вот. Сейчас отдыхаем, чай пьем. Ну, ладно, до утра, утром будем смотреть. Вечером уже не будем проверять. Вот пёсель Норт возле дверей лежит, отдыхает тоже. Набегался. Да, Нордик? Ну, лежи, лежи. Ну вот, наступило утро, еле дождались, это в 4 часа стемнело. Ну вот сейчас где-то 7 утра, но на улице еще, конечно же, темно. Часов до 9, до полдесятого будет темно. Вот. Делаю вишенки на завтрак. Позавтракаем, дождемся, чтобы немного посветлело, и пойдем смотреть самоловки. Да, да, либо. Вот. Первая самоловка, замерзшая. Похоже, нет ничего. Пусто. Пусто. Ну, буду снимать уже где есть, да? Да. А погоди, здесь. А нет, зачем? Так. Пойди, тут распущено. Немножко подтягивай. Ага. Ну тащи. Тащи, но не буду крепко. Аккуратненько. Ох ты! А что ты шнур по краю лунки? На середину лунки. Шнур. Шнур рука дергается. Опа, опа, опа. Так, 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 иди здесь. Ух ты! Ох ты, нифига колобах. Килограмма 3. Да. О, вот это нарим сейчас фонарик. Вот это да. Я же говорил, что большой будет один. Ну, а вот подними пап на вытянутой рукой. А, погоди так. Не, нет, шнур режет. Угу. О. Конкретно. Вот угу. Ну вот уже не зря поставили. Вот конечно. Хорошее место здесь, да, по этому берегу? Да, смотри. Как. Ладно, дальше проверяем. Посмотри, до земли и выше, о, до сюда. Ну, да хороший, больше 3, мне кажется. Больше. И пузо набитое, видишь? Значит, есть аппетит. Ну, 3,5, это точно. А у нас с собой есть этот бузмин, не? Нет. Так, слушай, ладно. У меня я ножик, я в других брюках. Вот что-то еще попало и затащило в корчи. Вроде тут корчей не должно быть. Болях. Так, вон самоловка. Угу. Вот она. Опа. Оп, отцепил что ли? Нет, так пружинит. Угу. Опа, еще пошла. Угу. Может быть, с корчом как-то там и вылезет потом. Сейчас, погоди. Все само. Опа. Все, порвали. Все. Не наш был. Ну, ну вот. Вылазит. Ну вот, проверили мы все самоловки. Один Налим, но хороший. В принципе, у нас еще одна ночь. Будем пробовать еще. А сейчас я пойду смотреть капканы на конец. Второй путик. Вот, пару капканов я уже проверил. Вот еще один К2. Пусто, но тут сойки пообъели приманку. Я тут подмолодил ее. Вчера было минус 16 градусов мороза. Вечеру 10, а сейчас вообще вот теперь плюс все с деревьев капает. Хорошо, что я две пары лыж взял. Одни полупластики и деревяшки. На деревяшках попробовал с утра, все налипает. Хотя и просмоленные.
Ну, на пластиках так можно. Можно ехать еще потихоньку. Вот, ладно, идем дальше. Тоже вот К2. Пусто. Приманка тоже сойками была подобъедена. Освежил. Ну, дальше. Вот. Большинство я проверил. Осталось у меня пара капканов КП-120 в ящике. Ну и кулемка. Такая бревенчатая. А с Чебаковой насторожкой. Она будет последней, если в этот раз я с другой стороны путика зашел. Вот. А так по лыжне уже хорошо идти. На болоте снегу почти просто море. Так. Пока не видно там. Вроде нет ничего. Пусто. Странно, а вот следы куда-то, я когда на снегоходе ехал, в эту сторону были. Может быть, тут где-то и 100 метрах и проходило, конечно. Ладно, осталась еще пеленка. Так, тут пусто, сейчас посмотрю, если, может быть, добавлю приманки. Не, хотя вон там всего навалом. Так, ну приманка здесь на месте. Все стоит. Так. Ну что, все капканы я проверил. Пока пусто. Но мы еще одну ночь здесь, так что завтра я, которые капканы поближе, еще их посмотрю. Вот. Ну, по капканам пока все. А вот рябчики. Вот за избы, они здесь как ручные. Мы не стреляем их тут. Сейчас попробую ближе подойти, может подпустят. Вот, уже волнуется. Опа. Вот так. Ну вот, сейчас перекусим и будем рыбачить. Зайдем на ландинг одну. Щука, окунь, плотва. Здесь лещ, малин. Вот такая сорная рыба вся есть. Пусто. Пусто, завтра буду еще смотреть ближний, посмотрю завтра. А тут рябчики рядом, тут поснимал. Норки. Норки, свежий след. Вот. Взял рябчика. А собака подняла вот эти следочки. Когда мы тут ходили по земле. Вот. Ну, заметил, разлетелись. И один ко мне, можно сказать, метров на 20 подлетел. Ну, повезло. Взял. Где-то нордик там его треплет. Все, нельзя, 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 ну. Хватит. Ага, это. Да, он его туда попал. А не, он лежит. Вот такой вот рябчик. Самец попал. Ну и хорошо. А был выводок. Странно, уже вот январь, 2 января. А еще выводок. Штуки 3 я точно видел, еще слышал. Там, когда паникует он, так тут делает сбоку слева. 4 штуки было. И тут у меня где-то в этих елках капкан стоит, а вот я вижу его. Сейчас приманки подновлю.
как раз разделаю его, и туда пойдет капкан. Так, а вот это капкан, который я обычно первый проверяю, когда в эти места приезжаю. Тут я давно уже не менял, но в принципе здесь как бы есть там все. И лапа, но мыши. Вот видно, здесь на заячьей шкуре уже помет мышиный. Сейчас ошметки рябчика туда кину. Вот куний следок. Ну это вчерашний. Вот и туда. А в прошлом году у меня в этом месте стоял капкан. Ничего не попадало. Вес ставить сюда не стал. Вот так бывает. Вот пришел, просверлился. Сейчас жду батьку, батька должен подойти. Ну такая ламбина с двумя ручьями. Песель воду пьет. Ну такая, не маленькая, небольшая. Весной здесь хорошо щука ловится. Посмотрим. Клюет очень плохо, но вот. Буди! Клюет очень плохо, но одного пушка неплохого поймал. И один живец и один еще у той ламки. Не знаю, там у бабки что. А, есть какая-то рыбка, вроде тоже лежит. Ну вот, уже темнеет. Мы только возвращаемся в избу. Клюет там очень плохо. Но так, жильцов поймали, еще доставили самоловок по другому берегу на Налима. Сегодня уже вечером будем смотреть, стемнеет. Ну, часиков, может, 7-8. Посмотрим. Ветер поднялся. Сейчас гляну, сколько мороз. Был-то плюс. А, ну так и есть, короче, где-то около нуля. А кажется, что подмораживает. Так вот. Вот вышли на проверку смоловых налима. Вот первое. Батька вон еще идет, там фонарик вдалеке светится. Будем смотреть. Погода ужасная. Ветер, мелкий мокрый снег, плюс один. Ничего. Будем смотреть. 29 самоловок стоит. Мы еще сегодня доставили. Вот. Вот первое. Как видишь? Больше не нажимай. Все. Так, вот что-то есть. Ага, идет. Наверное, налим заправляется. Опа! О-о-о! Давай сюда. На банды. Ну, больше полтора килограмма все равно, где-то к двум. Ой, ночью тоже интересно, да? Это третья, ой, какая это, последняя, шестая самоловка. Так, тут вроде как разматывается самоловка. Вот. Пробуй. А, есть. Ну, тяни, пап, что-то есть. Кольцо-ка и сразу. Ну, я не знаю, но небольшой. Да? Ну, какой есть? Ну, килограмм был. Килограмм, может. Хотя, бог его знает, пока не вылез. Ух ты! Ух ты, хвостом, видел? А! Как обычно, хвостом. Следующая самоловка, и вроде опять есть. Да, что-то тяжелое. Даже не успел полностью размотать. Ну, не борьба. Опять. А, он вообще не размотал, да? Немножко размотал. Метр глубина-то все. Снова просто. Нет, на застежке стоит, просто перевернутый самоловка. На застежке? Угу. Опять такой же налим. Ладно. Ну вот, проверили мы самоловки. Три налимчика попалось, один неплохой. Ну и два маленьких налима. Ладно, время 8:30. Чайку попьем, наверное, да будем спать. Да, Нордик? Ну вот, утро третьего дня. Иду посмотреть ближние капканы.
Ну, штук 5 проверю. На одном путике и штук 5 на другом. Погода аж плюс 2. Моросит. Дождь. Не знаю, как мы будем уезжать. 7 километров по усу заперлись еще. Наверное, колья рухнет, если машину оставить. Если не доходит до централки ехать. Ну что, посмотрим. Завтра обещают мороз, в принципе. Что завтра забрать? Машину. А так, 2 капкана я уже проверил, но было темно. Снимать не стал. Там пусто. Следов пока никаких нет. Сейчас будет дружинная пленка. Установленная под ловушкой. Так, ну вот тут тоже пусто. Наверное, я к остальным уже и не пойду. Смысл, все валится. Вот. А сейчас отец, наверное, уже пошел проверять самоловки на налим. А сейчас я к нему тоже подтянусь. Посмотрим, может, что по налимам. Так, ну куница в этот раз не попалась. Так что вкратце там кое-где капканы покажу. А так, в принципе, нет смысла пустые показывать. Покажу больше рыбалки. Может, так, вот здесь что-то попалось. Но... Что еще? На зацеп. Зацеп, ну, зацеп надергается. Идет, да? Еще подалось. Ага. О, еще подается. О, ну, уже ага. Пошло. Ага, хорошо. Сейчас голову чувствуется, что хвостом виляет. Опа, опа. Ну, хороший налимчик. Нормальный. Лампочек. Нормально, повезло. Повезло. Этим зацепом. Вот, еще тут поддернул есть. На самоловку не размотал. Наверное, небольшой. Не, этот ход нормально. Тящи. Да. Вот ты хороший, ты хво. Нормально. Какой-то, смотри, голова то, какой-то худой, смотри. Ну, видишь? Как это самое, как блестя. Ну, голова большая, а сам худющий. А смотри, почти не работает. Ну. Угу. Вот, и у нас в эту сторону вот еще стоят. Вешки. Раз, два, три. Ну еще нам что-то 10. Ну вот, такой у нас улов по налимам. Вот самый крупный. Нордик, отойди. Вот 6 налимов. Ну и там пару. Раз, два, три, 4 окуня. Таких крупненьких. Ну, по кунице в этот раз ничего. Но ничего, в следующий раз. А, ну еще надежда есть маленькая. По пути один капкан. Еще есть. Заскочить там недалеко, посмотреть. В принципе, вчера обновил, там рябчика закинул. Потроха рябчика. Так что это. Ну а так, если будет что, так включусь. А нет, так всем пока и удачи.